выстрела с украинской стороны, два прилета. Один прилет, я как раз на кухне была, возле окна открытого. Как гахнула, я как закричу, потому что мощный взрыв такой был мощный, что аж волной деревья, он у меня до сих пор, можно глянуть, под яблоней так листва вся усыпана. Второй прилет опять, гах, я опять присела, слышу, трещит где-то. Я говорю, где-то что-то горит. И потом вышла на улицу, а там черный дым.